Президент присутствует. Среднесуточная подача воды 26,5 тысяч кубических метров в сутки. Значит, за неделю было, значит, устранено 31 порыв и 9 утечек. Всего 40. Значит, на 25 марта у нас осталось 6 порывов. Сегодня выехало 3 бригады. Я думаю, что они их сегодня устранят. По канализации было у нас 57 устранено, осталось 5 у нас. Значит, кроме того, жалобы выполняются согласно действующего законодательства, работы в рабочем режиме. Владимир Константинович, вот люди перезванивают, что нет воды на Артема 2 часа. Вы, пожалуйста, переговорите с теми, кто сидит на телефоне, пусть смертно людям объясняют. Понимаете? Людям отвечают. Слышите, вы там зажрались, вы по 24 часа имеете воду, 2 часа не получили, вы уже ведвякаете. Понимаете, люди записали даже это. Что это за разговор? Принимается это все, будем принимать меры. Потому что это есть, скажите, так и так, люди наши все меняемые. Они хотят слышать, что вода будет через 2-3 часа, через 5, через сутки. Они поймут, ну когда, извините, им хамят, от того, что мы сегодня им дали 24 часа в сутки, это нам, извините, не памятник надо ставить. Это наша обязанность сегодня. Пожалуйста, передайте, потому что жалоб очень много. Обязательно, и по абонентской службе есть такие замечания, например. Да. Все это правильная критика. Будем. Спасибо большое, присаживайтесь. Вопросов нет у Гроза канала? Сан Саныч.